Хей, смешмики, и да, я, можно сказать, вас долго не заставляю ждать, и Момодора 3 уже. В этот раз что у нас изменилось? Тут есть сейф. А, ну я ж не играл. Сохраненное время в 2014 году. Ладненько, начнем с того, что теперь... Игра в разрешении 960 на 720. Уже более-менее что-то. Подожди. Оп. Опции. Да ладно. Даже так. Где full screen? Ребят, знаете что? На самом деле лучше играть в окошке. Потому что так вы будете черные полосы видеть. Поэтому давайте я верну то, что было. И, как говорится, нужно радоваться тому, что есть. Нет, это на самом деле я говорю, потому что это лучше будет. Дора. Момо. Это типа расстроено, это типа злится. А, это типа на изи мы играем. А это хард. А ну-ка, гоу за Дору. Я хочу посмотреть, как это будет. Английский, пожалуйста, не надо. Завезите меня русский сюда. Ты сразу ливаешь. Надеюсь, запустится второй раз. Момодора. Запустить от имени администратора, да. Да. Ошибку не выдают. Все запускается хорошо. Давайте мы с вами это удалим дело. И начнем новую за Момо. Я понимаю, что это, да, сложно, но... Мы же в Момо Дора играем, так ведь? Ну, типа, у нас меньше хп стало. А, джамп. Опа. Что тоже вспоминается из первых частей, ну, из той части, что мы играли. Здесь уже появились деньги. Типа, это фулл заряженная атака. Пуляет 3 заряда. Как вот это понимать? Типа, куда я могу перейти? О, секретный проход стоять. Сейф. Что там еще есть? Проснуться. А, варп. Переместиться здесь тоже есть. Как все видите, в нас выходит.
Как у нас довольно все неплохо выходит. Ладненько. Минус пол сердечка. Это жуки? Угу, жуки. Fairy Battle. Я почти сдох. Ах ты ж, ё-моё. Heals when you allow the health. Так, эффект. Heal it, you go low. Короче, он автоматически хилит, когда у тебя мало хп. Мини-бустеры. Много ударов нужно. Нет. Блин, что непривычно, то, что нужно подходить. Здравствуйте, мисс. Я Мэриан, друг Олвин Бегин. Вам нравится что-то-то там? А, что? Вы хотите атаковать и попасть в ад? Давайте наверх сейчас съездим в эту сторону. Может, двойной прыжок получу. Ну да, чем отличается? У той было 5 хп. У этой 4. Ну, 3, ладно. Ну, типа, не думаю, что это... Ой-ой-ой. КП на весь забег. Если это на весь забег, то это плохо. Звезды быстро пропадают. Мне что первый босс. Каев. Куда-то я упал. Ну, управление все равно не стало немного попроще. Типа девка. Что? А, она меня отхилила. Я понял. Я врубился, в чем сложность. Типа здесь прохода нету, да? Да. А что с этой стороны у нас было? Гасп. О, Каханес Герл. Мне нравится это. А, это Плаус Момо. А, дверь закрыта. А, дверь закрыта, потому что мне нужен ключ, который находится там. А,
нахера она дамажит? Не, это... Не, давайте лучше... Нужно другую сложность брать. Я-то думал, хотя бы это... У меня не будут так херячить ХП. У меня очень много ХП забирают с одной тычки. Нет, я чисто имею в виду... Это ненормально. Ай-яй-яй. Вот чисто. Что за бред? Типа, нет, я понимаю, ее можно пройти без получения урона, но... Это, знаете, для тех... Да, это really hard. Это чисто кто хочет пройти игру без получения урона. Просто закликал все это дело. Бля. Вы хотите сказать, это не сложно? Это пиздец. Это реально сложно. Это было. Да. Новая локация. Вейп. Яды. Ловушки. Рыбки-призраки. Понимаете, просто за одну тычку мне выносит довольно много. Я могу, в принципе, еще поиграть за нее. А потом мы как поступим? И я просто начну заново игру. Но уже за ту девчулю. Но вы не увидите, как я буду за ту девчулю играть. Я типа начну в новом слоте все это дело. И до этого я еще проверю насчет этого. Подлюки за мной летят.
Тихо. Они, видите, типа нападают только в крысу. Да ладно. Серьезно? Так сразу? Окей. Фея одноразовая, походу. Фейка одноразовая, найс. Ай. Сложно. Сложно. Я боюсь подходить к нему. Ладно, сейф машина. Ладно, тут я хотя бы достать могу. Ту-ту-ту-ту. Сложно. Очень. Рыбки. Боссы рыбки. Рыбки, 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 рыбки. Пол хпшки осталось. По сути, это все дело на самом деле можно заспидранить. Ну, реле, здесь можно заспидранить. Корольчик. О, мы письма знаем, что дают. Dark Souls на максималках. Вот так. Все, битва с боссом. А-а-а.
А это? Ну, не сказал бы, что так сложные. А я понял. Типа он, я думал, он меня хвостом задел, а он оказывается просто этот. Он врезается в стены и падает камни или корм. Ай-яй-яй. Так он еще плюс убивает с несколько ударов. Я просто не успел вниз спуститься. Короче, если не успеваешь вниз, лучше вверх. Целей будешь. Проверено. Давай, король рыба. Не, если бы, конечно, на правую руку было бы. Было бы более удобнее. Видите, он как он быстрый какой. Найс. Найс трай. Ретрай. Тупые светлячки. Я бы мог просто вам показывать по тому боссу. Но это очень быстро будет заканчиваться. А, не успел. Не успел. Все больше и больше. Так, тихо. Изи. Без получения урона. А знаете, он типа начинает гореть, блять, и взрывается. Его жопа сгорела просто. Ну, в принципе, ключ у нас есть. Да. Теперь мы в пещерах, где у меня фризит. Окей, сохранится, да. А, подождите, а если я нажму телепорт? А-а-а. То есть я телепортируюсь с самого же начала. Могу я телепортнуть, короче, к этой? В Япон. А, я телепортируюсь аж сюда. Там кислотно это, поэтому я туда не пойду.
nice try. Ох. Ух, а где я появлюсь? Нужно, знаете, что сделать? Нет, не сохранится. А, ну, просто у меня 250... Блять! У меня 250. А, 250... Не туда немножко. Немножко не туда. Немножко не туда. Old Murder. Мне нужен. Да, 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 сейф. Теперь мне нужно очень быстро пробежаться. А, то есть он мне не дамажит, да, в виде призрака? Ой. Так это вообще изи. Комары. Ладно. Немножко, конечно, время позабираю, но ладно. Мне нужна эта девчуля. Бац. А, сейф. Плевать. Просто пробегаю. Да, там мне пронесло немного. Так, да, да. Кост. Так. Раз, два, три. Как мне почту завязать? Эффект heal you every animal dies. Мне love letters. Но он, мне кажется, хилит. Почта. Да, блять, не сохраняйся. Warp. Diamond. Ладненько. Давайте сейчас быстро к сохранилке и там закончим. Да. Ладненько, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.